территории Волгоградской области производится кислород медицинский как в жидкой форме, так и в газообразной форме. Это 4 действующих предприятия. Говоря о общих мощностях, то это более 4000 тонн баллонов газообразного состава и порядка 80 тонн жидкого медицинского кислорода. Пиком был октябрь-ноябрь, когда было жесткое, ну, вот как раз ковидное вот наступление. Получалось, ну, то есть работали мы в 3 смены, и как бы тот объем, который мы заявляли на, ну, как бы на губернатору о том, что мы сделаем 750 баллонов в сутки, мы делали почти 1500. Ну, то есть мы успевали, ну максимально, это было максимально все, что мы могли сделать. Сейчас откатилось, сейчас, ну, я не знаю, правильно, ну, ориентировочно где-то 400-300 баллонов в сутки. То есть для нас это, ну, спокойно, нормально.